Всем привет, друзья! Всем рекомендую обратить внимание на новую тему, стартанула 2 дня назад буквально. Это смарт-контракт, называется Ether Chain, в переводе обозначает цепь эфира, потому что на блокчейне эфириум. Итак, что это такое? Давайте быстренько поехали. Вы все знаете, что блокчейн у нас прозрачность дает возможность все посмотреть, да, и вся статистика видна. Поэтому вот такие фонды, которые собирают средства и потом их перераспределяют на блокчейне, ну, у нас есть вся статистика перед глазами, да, нам видно, сколько партнеров зашли, какие суммы зашли, какие вышли. То есть абсолютно все прозрачно для нашего как раз вот криптосообщество очень хорошо подходит. Данный смарт-контракт создал наш друг, наш хороший бизнес-партнер, человек достаточно известный в кругах, поэтому мы с удовольствием делимся этой информацией с вами, мои дорогие. Здесь можно очень хорошо заработать и на пассиве, и активно. Итак, вот на этом слайде здесь довольно мелко описано, но суть как раз заключается в том, что дает блокчейн. Он дает справедливую систему, прозрачность, как я сказала, да, и заменяет, скажем так, ручной труд на автоматический. Смарт-контракт, это в переводе означает умный контракт, то есть некая математическая логика, заложенная таким образом, что робот исполняет условия, заданные программистами. И алгоритм в данном смарт-контракте мне очень нравится, потому что он позволяет зарабатывать здесь, как я уже сказала, и пассивно, и активно. То есть, если на чистом пассиве вы закидываете сумму со своего эфириум кошелька, то вы можете рассчитывать на то, что вы будете получать 1% в день автоматически, ничего не надо выводить, сама сумма будет к вам капать на кошелек до тех пор, пока 310% вы не получите. Ну, это, соответственно, в районе года вы будете получать эти деньги. Но вы можете получить эти 300% и за один день, и за 2 дня, увеличивая выплату вашей активностью. И вот давайте об этом по порядку и подробней. Итак, на этом слайде написано «Daily ROI 1% ежедневно». ROI – это значит ваша доходность. То есть вы закинули денежку и получаете ваш 1%. Но если вы хотите поприглашать, то вы можете получить активный доход, так называемый директ-бонус с ваших лично приглашенных партнеров. Реферальный директ-бонус составляет 10% от суммы вклада. Здесь депозиты лимитированы, то есть вы не можете забросить какую-то сумму, выходящую за лимит. У вас здесь лимиты такие, это 0,1 эфир, 0,5 эфира, 1 эфир, 3, 5 или 10 эфира. Вы выбираете при пополнении, соответственно, свой депозит. И если ваш партнер забросил, например, 3 эфира, то вы с него получите 0,3 эфира на субсчет смарт-контракта, специальный счет, который мониторит эту сумму и вам обязательно ее выплатят, но вы тогда уже кнопочку нажмете, в ручном режиме это происходит. Ежедневная комиссия ROI, что это такое? Это вообще классная штука, это подходит всем блогерам, всем YouTube-обзорщикам, всем людям, которые хотят получать на автомате и настроить вирусное распространение рекламы. Итак, если вы пригласили одного партнера, у вас открылся один уровень, да? Если вы пригласили 5 партнеров, у вас открыто 5 реферальных уровней. Если вы пригласили 15 партнеров, вам открывается 15 реферальных уровней, и вы получаете так называемый matching-бонус, то есть прибыль с прибыли. Вы получаете от 30 до 5% с прибыли ваших партнеров. Это очень крутая штука, и это позволяет нам с вами наладить постоянный как бы доход на вашем эфириум кошельке. Это очень здорово, если команда активная. По поводу ежедневного топ-спонсор-пула 5%, я не буду много говорить, вы можете почитать это дополнительно в нашем канале на слайде, потому что это для очень-очень активных ребят, которые реально большими командами, тысячными заходят и дальше потом участвуют в распределении специальной комиссии. Как работает и как функционирует этот смарт-контракт? Он сейчас, на сегодня, самый произошел старт, только-только, да. Все мы стараемся работать с кошельков, либо MetaMask, либо Trust Wallet. Я предлагаю всем скачать Trust Wallet кошелек, потому что подключение, ну, просто изумительное. 3 шага, и вы в деле. Значит, что нужно сделать? Нужно скачать Trust Wallet, пополнить ваш эфириум кошелек необходимым балансом, плюс учесть комиссию за газ, вот. И, соответственно,
перейти через браузерную строку на адрес смарт-контракта и выбрать депозит и присоединить ваш блокчейн-кошелек к смарт-контракту. Таким образом, вы как бы привязывая пересылкой вот этих вот монет, смарт-контракт, он видит, что ваш кошелек привязан, и на следующие сутки начинает вам автоматически выбрасывать денежку на ваш кошелек. Значит, что написано на этом слайде? Тут очень интересно прописан алгоритм работы. Во-первых, максимальные и минимальные лимиты цикла. Вы ограничены суммами от 0,1 эфира до 10 эфиров. 0,1 эфира, ребят, это $25. То есть вход для всех. То есть любой человек, любой студент, любой, скажем, со стран третьего мира может здесь поучаствовать, да? То есть нет высокого порога входа. Вот, опять-таки, здесь есть лимит до 10 эфиров, то есть нет закидонов. Соответственно, это нам говорит о том, что продуманная логика, которая закручивается, маховик, который настроен на долгосрочную работу. Но об этом мы поговорим чуть позже. Дальше. Вот вы этот слайд изучите потихонечку сами, да, когда перейдете к наш канал. Я хочу вам рассказать вот что. Важные заметки. SR-Chain – это проект, организованный по принципу сообщества на 100% децентрализованный, P2P, все права, транзакции проводятся через смарт-контракт. Мы с вами все любители крипторынка, криптосообщества, и, соответственно, вот этот проект, я его вижу как кассу взаимопомощи, как распределение средств от человека к человеку. И в нашем чате международном, где находятся ведущие лидеры со стран Латинской Америки, в том числе Аргентина, Китай, с Европы, да, люди, с Австралии, Кореи и так далее. Там очень-очень крупные сетевые лидеры. Многие из них пишут спасибо организатору этого смарт-контракта только из-за того, что сейчас в мире наша ведущая резервная валюта доллар терпит так называемый кризис, потому что напечатано очень огромное количество вертолетных денег, и многие страны третьего мира просто их экономики не выдерживают. И люди пишут благодарности, что это реально вот как касса взаимопомощи. То есть обычные люди, семьи очень благодарны за такую возможность, чтобы просто сохранить свои фиатные средства и кормить свои семьи. Это важно. Потом. Каждый депозитный цикл составляет 310%. Это хорошо, это ограничение говорит о том, что у нас здесь нет вот такой вот, знаете, бесконечной истории. То есть маховик всегда запускается и всегда есть рычаг, который его крутит. Дальше. Когда получено 310%, необходимо ввести новый депозит, чтобы продолжить получать прибыли. Это говорит о том, что когда вы получили свои 310%, вы опять пополняете ваш кошелек необходимой суммой, опять делаете депозит, и таким образом за счет реинвестов этот алгоритм может работать очень-очень долго, то есть годами. И это я не придумала, а это проверено на практике, потому что именно этот алгоритм был взят за основу земной работы и переложен программистами на блокчейн и воссоздан уже вот в цифровом виде. Итак, минимальный вход 0,1 эфира, как я уже сказала, открытый для всех участников без ограничений. То есть нет аргумента «нет». Мне кажется, здесь только аргумент «да», потому что все это должны поддержать. Не требует приглашения рефералов для получения ежедневных выплат. 1% выплачивается ежедневно всем участникам 100% пассивно. С одной стороны, мне могут сказать 1%, так в месяц это 30%, это же очень много. Но, ребята, я же не взяла этот проект, просто ссылку с интернета. Мы знаем основателя, мы знаем, какие сильные лидеры заходят со всех стран мира, мы знаем, какая движуха сейчас начинается. И на русскоговорящем рынке нет ни одного крупного сетевого лидера или блогера, который сейчас зашел со своей командой. Мы первые, мы с вами первые. И вы, если устали от сетевухи, можете расслабиться, сесть покомфортнее ваше кресло и наслаждаться пассивом, потому что другие лидеры из других частей света, из Китая, Африки, Латинской Америки будут качать эту тему, а вы будете получать ваш пассив.
Итак, следующий момент. Увеличьте скорость ваших возвратов, увеличивая фонд сообщества через маркетинг и продвижение Ether Chain. Ребят, если вы не готовы получать 1%, а вы видите в этом перспективу, а я лично вижу в этом перспективу благодаря директ-бонусу и, самое главное, матчинг-бонусу, то мы можем здесь очень-очень хорошо заработать. А вы знаете, что в кризисные времена всегда ценится и биток, и эфир. И эфир, я бы даже сказала, ценится больше битка, потому что он пошустрее. И мы очень любим эту монетку. Итак, давайте запрыгивайте вместе со мной в этот смарт-контракт и создадим себе денежный поток на эфире. С вами была Шерли Кэш. Всем пока-пока.